УКБ имени Яковлева представила на МАКС-97 учебно-тренировочный самолет Як-130. Его характерной особенностью является стреловидное крыло, интегрированное с фюзеляжем. Такая компоновка дает дополнительные потенциальные возможности, которые могут быть реализованы при подготовке курсантов. Самолет развивает скорость до 1050 км в час и способен летать на больших углах атаки, свыше 30 градусов. Таким образом, Як-130 отвечает современным пилотажным требованиям, предъявляемым к маневренным истребителям начала следующего века.